Добрый день! Хочу представить распаковку посылки от интернет-магазина «Мыло Опт». Вот в такой коробке пришла посылка. Запаковано все плотно. Так, что здесь находится? Накладная. Нужно будет легко сверить, что мы заказывали с наличием в коробке. Я заказывала вот такую вот пипетку пластиковую. Палочка стеклянная, 25 сантиметров. Форма силиконовая, звезда, сердечко, квадратная обычная. Дальше формы пластиковые, прямоугольник. Ягоды 4 вида. Чашка кофе. Медовая форма. Овал. Вот такая шоколадка. Пластиковые формы довольно-таки хорошие. Думаю, послужит долго. По полкилограмма мыльной основы. Здесь вот указано название и срок годности. И производство. Я заказывала белорусскую основу и полкилограмма прозрачной основы. Тоже все есть. Страна-производитель, срок годности. Дальше я заказывала отдушки малина. Сейчас я вам раскрою, покажу, как они выглядят. Вот здесь пипетка. Все очень удобно, очень приятно пахнут. Малина, сладкая вишня. Здесь тоже указан производитель и срок годности. Апельсин, мед. Карамель, ванильное печенье, 10 миллилитров, все, клубника свежая. Молочный шоколад, натуральный кофе.
Дальше я заказывала пигменты жидкие, не мигрирующие. Коричневый вот так выглядит. Тоже 10 миллилитров. Срок годности все указано. Красный, вот он. Зеленый. Тоже с пипеточкой. Все удобно. Синий. И желтый. До свидания.